Сейчас люди оденутся, оденем все потом. Так, смотрите, тут надо все, чтобы ничего не было видно. Щечки вам видно. Страшно и тяжело. Сейчас привыкли. Сейчас нормально. Мы сейчас заходим в вход в условно чистую зону. Это называется шлюз. Открываем дверь. И закрываем, прежде чем открываем ту дверь, чтобы воздушные потоки не пересекались. Здесь у нас стоят бактерицидные лампы и еще УБН. Та дверь закрыта. Теперь мы выходим. Это уже грязная зона. Приемное отделение, откуда поступают пациенты. У нас работают дезинфектора. После каждого пациента у нас проводится до конца его пути. Это лифт, куда на какой этаж, дезинфекция помещения. Потому что мы не знаем, БК минус или плюс. Диагноз инфекции ставится на основании эпид-анамнеза, клинической картины, картины РКТ и ПЦР-диагностики. То есть вот четыре компонента, без которых мы не можем поставить диагноз. Это считается грязная зона, документацию мы отсюда никакой не выносим. Девочка заполняет всю медицинскую документацию на компьютерах и передает в штаб, где ее распечатывают. Назначил мне антибиотики. Дома я два раза кололась антибиотики, потом эти самые таблеточки, горло полоскала. И у меня температура 36,6 осталась. И вдруг мне звонят из поликлиники и говорят, надо этот самый рентген пройти. Ну, рентген, значит, это мне сняли, документы оформили и посадили на скорую и привезли сюда. И все, я с этих здесь. Вот с 14 числа я здесь. У меня температуры нет. Чувствую я себя нормально. Алло. Самоизолировались, конечно, но приходилось и в магазин выходить, и еще куда-нибудь. И думали, этого нас и не коснется. И маску-то я не всегда одевал. Думаю, ну все, маска, разве она поможет? Вот, вот. Ну, оказалась вот такая ситуация, что где-то этот вирус прилетел. Сейчас мы заходим в зону, вход для санитарного пропускника, где у нас пройдет санобработка, чтобы перейти уже потом в чистую зону. Но вы же герои. Нет. Это наша работа, во-первых, прежде всего. Все вот. Эпитеты будут после окончания карантина и пика инфекции. Так? Да. Когда мы все это переживем, когда мы выпишем последнего пациента, тогда уже можно будет говорить, кто герой, кто нет, а кто просто выполнял свою работу. Нос. Потом даем спирт. Горло споласкиваем, это после грязной зоны мы выходим вот так, в чистое отделение, чтобы никто ничем не заразился. У нас в отделении. А, 94 года бабушке, вот, она плохо ходит, возможно, ей придется... В целом все в порядке у вас? Да. Бабушкам, дедушкам звонили? Да.
Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.